по телевизору показывает, у нас все отлично, у нас все там тыры-пыры. А на самом деле не так. Всем привет, друзья! С вами снова Тамбовский влог. Александр Смолеев и Сергей Степанов. Говорим и показываем. Это вы чего? Это... У Александра Смолеева 10 рублей. Вот она, замечательная монета с имперским орлом. А у Сергея Степанова 50 рублей, полтинник, с видом на стрелку Васильевского острова. У нас у обоих по 30 рублей. Вот примерно так и вычисляется средняя зарплата по России или по Тамбовской области. Кстати, средняя зарплата по России составляет около 40 тысяч рублей. И, как утверждает Росстат, она продолжает расти, увеличиваться. Правда, тот же Росстат говорит о том, что реальные доходы населения, то есть доходы с учетом инфляции, роста цен, уже третий год, наоборот, падают. Ну, так сказать, с начала крымской весны. Какова ситуация в Тамбовской области? В Тамбовской области в июне месяце средняя зарплата составила 25 679 рублей. И она тоже, как говорит Тамбовстат, продолжает уверенно расти и расти. И сейчас мы вышли на улицы нашего города, чтобы пообщаться с тамбовчанами, узнать, сколько получают они. Вообще выяснить, много ли тамбовчан получает вот эту вот самую среднюю зарплату, а может быть даже и больше. Смотрите, сейчас вы все увидите. Средняя официальная зарплата 25 679 рублей. Так Тамбовстат говорит. А у вас больше или меньше средней зарплаты? У меня 7800. А где вы работаете, кем? В детском саду. Воспитателем? Нет, делопроизводителем. У меня 10 тысяч зарплата. А где вы работаете? На Тамбов Маше, на теплопункте дежурном. Ну, в пределах 15-18 тысяч. Сельское хозяйство помогает, домик у деревни. То есть огороды, вот это вот все выручает. А так в какой сфере вы работаете? Я водитель. Ну, в среднем 17-18. В какой сфере вы работали? В тандере. Ну, во-первых, я уже пенсионерка, естественно, меньше. Знакомые кто-то. Да, если брать там детей, родственников, знакомых. Их меньше. Моих знакомых не больше 10 тысяч. А где, в каких сферах они работают? В автомобильной. 14 тысяч где-то. А в какой сфере работаете? Строительство. А вот если брать ваш круг общения, ваших знакомых, какие вот у них зарплаты в среднем? Да маленькие, все это, знаете, как говорят, все приписки это просто. То есть вы не верите таким цифрам? Конечно, нет. Сейчас совсем многие дома сидят, все стройки вон стоят, сами знаете. И что? Какие 25? Так что это все это ложь. Несправедливость. Больше? Да. А сколько вы получаете? У меня сделка. Больше. Больше, да? А как вы считаете, много ли тамбовчан, жители Тамбовской области, вот, получают среднюю зарплату? Или больше тамбовчан получает меньше, больше? Как вы думаете? Ну, я думаю, наверное, что все-таки процентов 50 получают. Ну, у нас сын архитектор, у него где-то оклад 24 тысячи. 24. А так вот, если не только вашего сына брать, а других ваших знакомых, там, родственников, многие из них получают такую зарплату? Да соседи все безработные. Не могут устроиться молодые, в общем-то, люди на работу. Какое вранье, прям, вообще даже половины такого нет. Вы этим цифрам не верите, да? Да, конечно. А как вы считаете? Ну, может быть, кто как, каким богаты они не 25, они, наверное, побольше, а в 25 больше. Средняя температура по больнице 36,6, так и средняя зарплата, что вы озвучили, 25 тысяч. То есть вы этим данным не доверяете? Нет, почему? Они действительно взяты, в принципе. Цифры, но далеко они не отражают существующую ситуацию в городе Тамбове. А сколько вы лично получаете? Я безработный, ничего не получаю. Не скажу. Хорошо, но больше или меньше вот этой цифры? Не постоянно. Меньше. 15 тысяч. А где вы работаете? Воспитателем. Двадцатка. А где вы работаете? Стройтехнологии. Вот официальные данные, они врут. Они врут, официальные данные. Двадцатка, пятнашка. Вот отец у меня вообще получает, знаете сколько? 13 тысяч. А где ваш отец работает? На Тамаке, поселок строителей. 13 тысяч. Вот, смотрите, давайте рассудим так. За квартплату сколько у нас заплатить?
Ну, смотря какая квартира. Да, ну, двухкомнатная. Вот у них. Пока за квартплату, пока за газ, пока за воду. А на жилье что вообще остается-то? Они по телевизору показывают, у нас все отлично, у нас все там тыры-пыры. А на самом деле-то не так. На самом деле-то вообще кто-нибудь вообще занимается вообще вот населением-то? Никто. Всем все. Ну, вы сами поняли. Пофигу. Больше. Больше, да? А где вы работаете? Я на себя работаю, я предприниматель. А, то есть вы сами себе зарплату платите? Ну да. А как вы думаете, много ли жителей Тамбовской области получают вот как минимум 25 679 рублей? Мало. Мне кажется, люди получают примерно 10-15 тысяч. И в принципе их это устраивает. Они могут ныть и говорить, что а, как все плохо, там все виноваты, но ничего делать не будут. А, понятно. А вот скажите, вот этот вот трехлетний кризис как-то сказался на вашем бизнесе, на ваших доходах? А кризис был, да? Я просто не знаю. Вы его не заметили, да? Ну, кризис, мне кажется, это просто в голове у людей. Нет, ну, цены растут в магазинах, инфляция. Ну, цены растут, значит, мы можем еще больше заработать, если цены растут. 15. А где вы работаете? В ТГТУ программистом. А как вы думаете, много ли вообще жителей Тамбовской области получают вот такую среднюю зарплату? Я думаю, много. 25 тысяч рублей? Да. Ну, судя по машинам, по магазинам, я думаю, что много. А вот этот вот кризис последних трех лет, как он сказался на ваших доходах? Или сказался ли вообще? Доходы остались теми же, цены возросли. Поэтому жизнь ухудшилась. Ну, а в чем это проявляется? Экономить стали на чем-либо? Да, экономить на отдыхе. Чуть побольше. А в каком секторе вы работаете? На заводе «Комсомольцы». Я больше получу. А где вы работаете? Ну, я не скажу. Ну, где-то на уровне средней. Хватит смеяться, я получаю 25. У меня оклад 6500. А где вы работаете? Завод «Полимермаг». Если вам есть что сказать по теме этого сюжета, обязательно пишите в комментарии на нашем канале, а также в нашем паблике ВКонтакте. А также, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, рассказывать о нем вашим друзьям. Ну, на этом все. С вами был Тамбовский влог. Всем счастливо. Тамбовский влог. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будет вам счастье. Лайки и будет вам счастье. Подписывайтесь на Тамбовский влог. Смотрите Тамбовский влог.